Когда мы включали двигатель, он не мог крутить вентилятор от вытяжки. Здесь весь жир накопился. Видите, весь жир. И там тоже накопленный был жир. Сейчас я его из обратной стороны, из этой стороны налил вот такое средство. Вот такое средство налил. Очищает от жира, нагара и копоти. Вот, как видите, результат. Он весь черный был, забитый. Очищает, вот, блестит начал. Но сейчас у нас нижняя часть тоже, вот такая она грязная вся. Сюда тоже сейчас налью, и результат увидим. Чуть-чуть неприятно пахнет еще. Он закрытый. Здесь тоже крутить тяжело было. Внутри тоже вот сейчас поверну его. С этой стороны тоже побрызгаем. Пусть будет. Вот, уже пена сходит. Вместе с пеном сходит грязная пена. И внутрь налью. Пускай очищается. Потом я вам результат покажу. Вот, сейчас мы его почистим. Я на всякий случай перчатку одел. Вот. И сейчас. Весь забит жиром было. Видите, как пусто отходит. Вот результат. Как крутит или нет, потом покажем. Сейчас вторую часть тоже помоем. Нижняя часть тоже. Вот она у нас. Мы наливали, она была. Вот пена все почистила, все жир. Сейчас помоем, покажем вам результат тоже. И 5 минут оставили и почистили. Вот у нас результат. Блестит. Вот здесь чуть-чуть осталось. Но это нам особо не важно. Нам важна вот эта часть. Видите, все блестит. Вот внутри чисто, что было. Надеюсь, и внутри тоже чисто. Вроде блестит он. Все. Результат есть. Сейчас надо будет нам собрать и проверить. Пластмассу тоже сейчас постараемся помыть, почистить. Посмотрим на результат. Сейчас побрызгаем. Желательно в перчатке делать такие вещи. Это есть. Эта часть тоже. Оставляем в течение 5-6 минут, а потом помоем. Здесь темная вода протекает. Это получается здесь, который находится жир, накопилось. Вот это вот сходит вместе с жидкостью. Вот видите, даже заметно, аккуратно заметно, что
Жир слезает. Где-то приблизительно 5 минут прошло. Не больше 5 минут. Сейчас мы его прочистим. Видите, какое состояние. Сейчас мы его помоем. Просто вот здесь мы. Видите, чистый. Чистый. Ну, я цепочки тоже еще почистим на всякий случай. Результат отличный. Сейчас возьму второй, почистим. Вот второй у нас. Поближе снимай. Вот второй. Где его состояние? Сейчас помоем. Сперва сполоснем, посмотрим. Отойди чуть-чуть. Мы просто сполоснули, но здесь места не осталось. Сейчас тряпочкой пройдусь, но все чистое должно быть. Оба почистили. Результат вот. Видно результат. Здесь, если очень толстый слой жира, вот здесь такие моменты остались. Вот этот, такие мелочные моменты. Если надо, хотите полностью очистить, вот надо промыть водой и еще один раз нанести и подождать 5 минут. Эти моменты тоже он полностью уберет. А я не буду этого делать, я так и соберу. Для меня это достаточно. Он достаточно чистый, все. Результатом доволен. Потом уже, сейчас уже соберу. Вот мы все это почистили, видите, как блестит. Мы вот до этого смазывали ВД-шкой. Когда ВД-шкой смазывали, он крутился хорошо, на следующий день он опять забивался. Не получалось. Опять ВД-шкой смазывали, опять то же самое. Следующий день он забивался, крутить не получалось его. А сейчас мы вот этой специальной жидкостью разобрали, все почистили, промыли этой жидкостью. Все, видите, он крутится хорошо. После этого я вот эти места тоже смазал обычным моторным маслом. Автомасло, моторное масло. Где имеются крутящие моменты, и все, вот эти моменты я смазал. Сейчас он хорошо крутится. Мы его сейчас оберем и попробуем, проверим, он будет у нас работать или нет. Этот он должен находиться вот в таком положении. Вот так. Вот так ровно должен находиться. Он вот так крутится. Видите, как легко он крутится. А после ВД-шки тяжело было его, чуть-чуть тяжеловато было крутить. Сейчас как новый крутится. Он в таком состоянии отлетает, когда мы его включаем, обороты когда большие, отлетает. Оказывается, вот здесь вот этот регулируемый. Мы его сейчас поставим на нужный уровень, вот такой уровень, и его затянуть надо будет. Если его не затянуть, то он у нас слетает, при больших оборотах слетает. Поэтому надо его так затянуть хорошенько, чтобы он не слетал у нас. Вот, сейчас он у нас точно, видите, вниз, вверх не поднимается. Не опускается, не поднимается, поэтому точно он не слетит. А так, если он слабый, открученный, то он будет у вас слетать, падать вниз и не будет работать. Вентилятор слетит, мотор будет работать, а вентилятор слетит с него и все.
Так что не забудьте его затянуть. Мы его соберем. Собирается она в таком положении. Этот провод находится у нас здесь. В этом положении находится вентилятор у нас, закрученный в саморезе. В саморезе все закрутили, двигатель установили, вот провод сюда вытащили. Этот провода у нас идет на свет, вот на лампочке, вот, а вот этот от мотора двигателя. Здесь идет первый этаж желтый, второй синий, или какой тут синий, а третий идет черный. Черный, желтый, синий, черный. И здесь имеется такой белый провод, а этот белый провод у нас идет вот сюда. Вот здесь. Это откручиваем и сюда ставим. Вот здесь видно. Вот. Здесь место появляется. Вот сюда его ставим и закручиваем. Закрутили. Вот. Держится уже. Вот собрали, этот тоже собрали. Сейчас поставим на место. Это тоже поставим на место. Он вот здесь находится с краю. Специальное местечко у него. Вот. Поставили на свое место. Сейчас провода тоже сюда опустим. Кнопки тоже на место поставили. Надо закрутить их. И сюда прикрутить надо будет. Вот сюда надо будет прикрутить. Мы его включили в розетку. Я его вытащил, чтобы вам показать, как он работает. Вот отсюда вытащил. Кнопки все оставил. Только вот этот моторчик вытащил. Сейчас нажимаю на кнопку. Вот здесь. Смотрите. Это первая одна кнопка. Это вторая. Так. Третий уровень. Это свет. Вот. Свет тоже горит. Так что... Удачно отремонтировали. Сейчас мы его опять-таки соберем. Полностью вот это все соберем. И все повесим на свое место. Все, полностью собрали уже. Работает наш вентилятор, наша вытяжка.